Что, ребят, я переехала в свою виллу. Кинула уже ночнушечку. У меня фруктики меня ждут. Шампанское я уже открыла, пью, сижу, читаю. Я просто на самом деле уже все это... От этого всего это просто и себя может встряхнуть, и ребенка, но у меня было то же самое. Реально. И потом я, конечно, себя остановила, но... Да. Но и тебе стыдно от этого плохо, ты считаешь себя очень хуёвой матерью, что все, ты не справилась. Да. И у меня было ощущение, что все, я не справилась. Да, слушай, ну это вот еще послеродовая. Да, да. Причем это реально на ранних сроках. Да, 3 недели, колики, первый ребенок, типа. Вот истории, там, кто в какой день, когда, потому что пока, естественно, нам не хочется видеть друг друга, ну, всем понятная история. Я думаю, что со временем мы как... А Яврик воспитывает девчонок. Нет, не прыгать. Не прыгай. Нет. Нет, ты вся грязь. Мок. Так, тихо. Не прыгай. Луна. Нет, нет. Нет, говорю. Нет. Блин, дождик такой был, капец. Давайте, Валер. Валер, Луна. А Яврик. Давай, Валер. Валер, Валер. Молодцы. Молодцы. Тихо. Не прыгай, не прыгай, не прыгай. Все, все, все. Все. А? Набегались? Ну не прыгай. Красавчик. Давай. Багирка уже летает со своим хвостом. Танцовщик, это наша, танцовщик. Давай, сладкий, все, все, все. Вали, вали. Ой, довольны, прыгали, бегали на горке, аж испачкались. Да, да, моя сладушка. Иди, ты гуляй, иди. Ой, так, молодцы, ты тоже. Все молодцы. Сегодня на 2 мероприятия. Ай, ты мой красный. Посмотрите на спайкушку. Да ты моя радость. Да вы все мои киарчи, все мои красавчики. Да звони, какой праздник, что я не пойму. Праздник конца света сегодня, звони никому нельзя. Хорошо. Все, давай тогда, на связи. Все, давай, до завтра. До завтра. Симбочка, они убежали. Нашу худышку. Натю красавица, натю красавица. Это да, прикольно.
приехал до родственников, это пират, он уже старенький, ну, лет 8, 9, 10, не помню точно, бедненький, красавчик. Вот столько машин, идем, тут дядька Гоб живет, тут брат Альберт, дядька Артем Арпель. Сначала зайду сюда, а потом пойду на хутор. Там Кристина Шубрата. Настроение спокойное. Посмотрим, что будет. Нет, да что ты, мини-камеру взял специально, чтобы снимать? Да, мини. А этот есть у тебя хоть этот? Это Беник. Привет, ребят. Это я. Да, будем в Валере заедем. Обязательно заезжайте, будем рады вас видеть. Сюда. Ребятки, с праздничком. Вот так положил бы его. Так, кто что берет? Да это все надо забирать. Там мы просто заберем. Не, вот так надо. Молодежь, молодежь отмечают. А мне уезжать надо на Мальков. Да, чуть-чуть. Шеф-повар Альберт. Ну, у Альберта дома, это мой брат. Давай. За тех, кто жив, здоровья, крепкого, за ветеранов, тех, кого нет, но если у земля будет, всех с победой, с праздником. За счет них наше поколение выросло, мы живем. За праздник, да. Ура! 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 Брат не женат, если что. Ребят, приехал покормить собак, отпустить их, молодцы, молодцы, молодцы. Так, все, кормлю. Спайку в среду закажу гипераллергены, пока дам обычный корм. Ну, а похил, молодцы, все, мои сладкие, все, не пачкайте меня, все. Сейчас накормим всех малышек. У графа это, сейчас судорога спать, прыгать, как угорел. Все, ум. Малец. Голодный. Да, сейчас. Ну куда же уходить? Давайте кушать будем, молодцы. Кушать будем, да? Умнички мои. Граф, кушай, что-то он прячется, не кушает. Кушай, малыш, что это? В чем проблема? Кушай, иди кушай.
странно. Только кушал, сейчас что-то заходит вольер. Вытащил на улицу, кушает. Мне кажется, кого-то он боится, что ли. Сразу начал кушать. А Кими за него уже хотела есть. Точнее, даже ела уже. Смотрите, Багирка какие хорошо, молодцы, мышка. Все хорошо сели. Киара вообще не захотела есть сухой корм после рыбы. А граф что-то это странно. Волчары тоже едят корм с удовольствием. Все. А, сейчас повыгуливаю еще мусу с Багиры и все. Кушайте, кушайте, не отвлекайтесь. А я вы. Ну, не прыгай, Багира. Давайте, Валер. Не прыгай, только не прыгай. Умнички, такие мордышки. Все, все, умнички, все умнички. Все, неси. Любишь ты, Багирка, прыгать, да? Все, все, умничку. Киарка, что ты не покушала? Все поели, малышка, все поели. Но все не прыгали. Котенок Киарка. Молодец. Не, Киара, свое надо кушать. Ждет, чтоб со стола что-то дать. Эй, малышка. Ты че, малышка? Неси. Неси, Киара. Неси. Все, все. Все. Снежка, Снежка. Да. Да, да, спать. Довольно, думает, кто там, что там. Спать, ты че? Забоялся. Ай, прожора. Киара не видела, это съел. Киара тебя не простит. Идите гулять. Все понюхали, идите. Идите гулять. Киара прилегла там, короче. Нет, тут котята, извиняюсь. Ну, тоже ногами подстукивает. Неска моя. Симба ушел, да, моя сладкая? Гулять пошел. Ладно, я тоже пойду. Все, отдыхай, кайфуй. Не скучай, моя сладкая. Все, все, все. Все, тихо упадешь. Симба! Так. Симбы нет, да? Так. Вольер со спайком оставим открытым. Пусть охраняет нас. Тихо, 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 не прыгай. Так, а Симба где у нас? Симба! Сейчас быстро глянем. Симба! Симба! Не, он не хочет идти. Не, давайте закроем туда на всякий случай. Все, молодцы, молодцы, молодцы. Все, 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 все. Давайте, вольер. Идите, вольер. Идите. Молодцы, ждите. Молодцы. Ждите. Блин, такси приехало, я дворняжки забыл накормить. Сейчас им тоже. Им тоже сейчас дам. Ну, Симба пришел, давайте его домой закроем. Симба, иди, иди домой, иди. Так, все, тогда их отпускаю. Такси. Чернышка. Дуська. Ага. О, Боже.
Только не говорите, что вы расходитесь. Мы расходимся. Эй, папарацци. Включите свет, подожди. Ты что, бухой уже, свет, что ли? Мы только с таксистом ехали. Я говорю, у нас, говорю, в городе, говорю. А у нас во быстро. Дворе. Нет, ты тоже Бенька? Да, не, я сейчас вернусь. А, все. А я всех там бросил, приехал сюда. На произвол судьбы или как? Ты же туда... Прожите без себя. За руку меня привела, что дальше? Ой, вы все, наверное, думаете, я хочу Агопа на себе женить. Да, конечно, хочу. Я хочу стать хозяйкой питомника, но... Уговорите его, блядь. Я, посмотрите на меня, посмотрите. Красотка, красотка. Оператор сказал, что ты красотка. Посмотри, посмотри. Но он не хочет. Походу, он тоже импотент. А где... Ребят, кошка крота. Крота словила. А, котенка. Тихо, 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 тут котенок. А ну-ка, подождите. Она котенка привела. Ёп-макарёв. Не, возьми полотенце, постели вот в шкаф. Вот сюда постели полотенце, пожалуйста. А я думал, крота. Не трожьте, не трожьте, а то она откажется. Постели сюда. И откуда? Она что, ему угрожала? Не-не, давай сюда. Подожди, я сначала полотенце вот так сажаем. Тихо, не хрыть, тихо, не раздавите. Идите, тихо. Тихо, сейчас. Бля, они сейчас дети... Положи сюда, пожалуйста. Я сейчас его убью. Давай тогда в другую комнату. Да, я кошку возьму. Бери, бери котенка и полотенце. Или вот так. Блин, давай, не закрывается шкаф. Вот, вот, сейчас мы найдем, куда, ребят. А вот коробка есть. Подожди, подожди, вот давай в коробку. Короче, ребят, вот так оставим вот так, потому что коробка маленькая для кошки. Папа, слышишь? Папа есть, а мамы нет. Блин, капец, что делать, а? Так, ребят, кошка пока здесь пусть побудет. Вроде дети нормальные. А зачем ты фоткаешь? Для людей, чтобы посмотрели. Марина, ты Агопа любишь? Агопа? Да, скажи правду. Так, пришел домой, сейчас ролик вам сделаю, быстренько попробую. Вот она, кто на квадрике спит, а? Пачкает.
Вот она, мои счастья, мои красавицы, мои любимые. Иди, тебя поцелую. Моя сладушка. Мои красавчики. Ой, ой, прыгай. Чего? Чего, малышка? Чего, малышка?